Доброе утро, уважаемые друзья! Сегодня у нас 8 ноября 2017 года, 9:30 времени Алматы, и, как обычно, ежедневный обзор рынка по стратегии Parabollinger. С вами я, Дуду Калова Ольга, преподаватель аналитик с инвестиционной академии компании Альпари из города Алматы. Друзья, по традиции, пожалуйста, в чате жду от вас обратную связь. Наталья, вижу, с Казани. Доброе утро, Дмитрий. Лиски подключается. Остальные тоже, пожалуйста, обратную связь. Дайте, как хорошо меня видно, слышно. Из организационных моментов, опять же, у нас в случае, если какие-то технические неувязки в процессе трансляции будут у нас возникать, то нажимаем на кнопочки Ctrl F5 для того, чтобы переподгрузиться. Вот таким образом, друзья. Так, Зухра с Подольска вижу, Александр пишет «Доброе утро». Замечательно, друзья. Так, вижу, да, подключаетесь, со связью все нормально. Александр с Москвы «Доброе утро». Так, все, в принципе, скажем так, самых первых большую часть клиентов вижу. Вот, правда, еще не все, но тем не менее, как бы основная часть уже 40 человек в процессе подключения, да? То есть осталось только поздороваться. Друзья, давайте буду переходить непосредственно на ту ситуацию, которая происходит на рынке. У нас относительно евро-доллара, как обычно, все начнем. Торговля у нас ведется по, ну и также разбираем рынок по стратегии Parabollinger. Стратегия внутридневная, предназначена, в общем-то, для оценки ситуации, которая происходит у нас в течение, это я называю, короткого промежутка времени, то есть внутренние диапазоны. Мы рассматриваем. Сергей, вижу, с Караганды, да, доброе утро. Вот, и мы с вами задействуем в данном случае индикаторы, такие как, ну, судя из названия, да, полосы Боллинджера. Для новичков Александр Смис, с Минска, также, да, доброе утро. Для новичков, кто подключается, коснусь, у нас период идет 116, отклонение 3. Идет все это дело по цене закрытия. Также идет у нас индикатор полосы Боллинджера внутренний с периодом 116, отклонением 0,5, также по цене закрытия. В данном случае при помощи данного индикатора мы определяем, динамика коснусь недельная, то есть у нас на часовом графике мы выявляем недельную динамику. Внешние границы полос Боллинджера выявляют для нас зоны перекупленности, перепроданности, а внутренние границы выявляют зоны неопределенности. Срединную, среднюю мы задействуем как, скажем так, уровень окончания коррекции. То есть мы говорим, что в случае, если мы движемся в направлении срединной и средней, то, как правило, она является магнитом для цены, и именно к ней, опять же, в случае, если не трендовый у нас участок, то, как правило, к срединной и средней мы в дальнейшем подходим. А в случае, если же у нас ярко выраженный трендовый участок, об этом мы можем, кстати, судить по углу наклона срединной и средней. То есть в случае, если угол наклона срединной и средней имеет место быть, то, соответственно, у нас нисходящий либо восходящий тренд. А в случае, если мы расположены горизонтально, срединная и средняя, относительно внешних границ расположены горизонтально, то на данном участке мы говорим, что у нас боковое движение. Так, Александр, вижу, с Александрова также подключился. Замечательно, друзья. Так, что у нас еще здесь? Здесь также мы с вами задействуем такой индикатор, как параболик. При помощи данного индикатора мы выносим стоп-лоссы. То есть наша задача при установке стоп-лосса установить его таким образом, чтобы его не выбило на срабатывание шума, да, но и тем не менее не брать на себя необоснованные риски. Да. Параболик идет стандартный, с общими настройками, рекомендуемыми автором данного индикатора. То есть шаг идет 0,02, максимум 0,2. Все стандартно, все стандартные настройки. Да. То есть, соответственно, при формировании у нас пробойных либо отбойных сигналов, в дальнейшем мы будем говорить, что у нас в данной торговой стратегии мы задействуем два типа сигнала, как на пробой, так и на отбой. И при формировании данных сигналов, соответственно, расположение точек параболика говорит нам о том, какова величина риска в данной сделке, в случае, если мы открываемся по сигналу и заходим в рынок. Извиняюсь. Так, исходя из этого, у нас ситуация следующая. Стоп-лосс мы ставим, еще раз повторюсь, по точкам параболика. Профит мы оцениваем либо вблизи внешних границ полос Боллинджера,
либо при помощи такого инструмента, как расширение. То есть расширение у нас со стандартными свойствами, со стандартными настройками уровней Fibonacci, то есть 0,618, единица, это у нас 100%, 1,618 и 2,618. Сразу скажу, что основной рабочей целью для нас является уровень 1,618. Это внутридневная цель, относительно которой мы ведем работу. Так, вижу также Сергей, пишет с Пятигорска. Замечательно. Так, что у нас здесь еще? Здесь у нас еще задействованы разные временные таймфреймы, такие как я уже сказала, часовой является для нас рабочим внутри дня, поэтому все индикаторы настроены на нем. Помимо этого, высокой временной структурой является четырехчасовой график, на нем нам интересны такие понятия, как импульс-коррекция и линии уровня поддержки сопротивления. Ну и пониженная временная структура, пятиминутный график, мы задействуем ее для того, чтобы более точно войти в рынок. То есть наша задача в момент входа в рынок войти таким образом, чтобы цена непосредственно сразу шла в направлении открытой сделки, чтобы по возможности как можно меньше находиться коррекции, в шуме, да, и в момент открытия мы входим таким образом, чтобы изначально сразу же выходить в плюс в сделке, не сидеть в минусе, да. Вот таким образом. Так, что у нас здесь еще? Задействуем, принимаем во внимание время торговых сессий, то есть у нас есть также здесь определенные правила, на которые мы в работе обращаем внимание также. Вот, и также обращаем внимание на новости. Новости не все мы задействуем только важные новости, те, которые на сайте компании Альпария отмечены тремя восклицательными знаками, красными, да, то есть эти вот новости важные, соответственно, мы их принимаем во внимание. Сегодня будет выходить заседание Европейского центрального банка, сегодня у нас среда, поэтому в 11:00, по-моему, если не ошибаюсь, то есть на данное время обратите внимание и примите данное время во внимание в работу. Вот обратите на данный промежуток времени пристальное внимание. Почему? Потому что выход различных событий с такой степенью важности, соответственно, формирует определенные импульсные движения на графике цены. Поэтому мы на них обязательно обращаем внимание. Все, я начинаю уже заговариваться. Так, что еще у нас? Более подробно по данной торговой стратегии, полностью мы ее, все нюансы не даю, полностью не рассматриваем. Почему? Потому что у нас ограничено время. Если интересно, если есть желание вести работу по данной торговой стратегии, есть желание разобраться в основных моментах, нюансах, которые присутствуют на рынке, то есть как ведется торговля, какие моменты для нас важны, то добро пожаловать 29 ноября. В 9:00 по Москве будет проходить авторский курс по данной стратегии. Называется он «Женский взгляд на трейдинг», то есть заходите на сайт компании Альпари в раздел «Обучение», там можно найти непосредственно на 25 ноября данный курс и пройти регистрацию. То есть подключайтесь и принимайте участие. Вот таким образом. Так, ну давайте буду переходить непосредственно в текущем моменте. Нина пишет, можно про пятиминутку поподробнее, когда входить. Но давайте так все-таки образно, коротко скажу. Смотрите, то есть высокая временная структура для нас выявляет импульс либо коррекцию. Да? То есть если мы задействуем там какой-то участок импульсный либо коррекционный, соответственно, исходя из этого, мы должны понимать, в каком направлении у нас ведется работа. То есть если мы в текущем моменте находимся в коррекции, соответственно, мы должны для себя выявить, есть в потенциале на данном участке еще движение, ну, диапазон движения для цены, либо его уже нет, да, либо где-то близка точка разворота, и все-таки относительно нее нужно будет рассматривать сигналы. То есть нам нужно в данном случае рассмотреть возможность на вход в рынок изначально на высокой временной структуре. В дальнейшем, оценивая ситуацию на данном участке, на данном временном таймфрейме, мы переходим на пониженную временную структуру, ну, в данном случае относительно повышенная, то есть пониженная, это у нас в данном случае рабочая уже временная структура, меньшая временная структура, вот так ее назову, одночасовая, да, на одночасовой графике, то есть те движения, которые были здесь у нас, импульс, коррекция, импульс, да, то есть, ну, опять же, через какую-то незначительную коррекцию мы идем, здесь в данном случае у нас эти движения уже более подробно в ярко выраженные тренды переходят, да? То есть в данном случае мы эти волны более подробно можем для себя определить, выделить. В дальнейшем, в случае, если у нас формируется условно, то есть вот в данном случае, если у нас будет формироваться сигнал, ну давайте вот возьму предыдущий участок,
То есть вот у нас за вчера условно 8.00, да, формировалась свеча на момент закрытия, и на 5-минутном графике на пробой утреннего диапазона. То есть наша задача на 5-минутке, чтобы цена шла в направлении открытой сделки. То есть вот у вас пробой утреннего диапазона на 5-минутке формируется. Соответственно, здесь в данном случае, ну, во-первых, мы ждем, чтобы закрылась там часовая свеча, потому что нам нужно все-таки, чтобы час закрылся непосредственно с подтверждающим сигналом. То есть ориентировочно это будет вот на этой белой свече, это будет закрытие. Вот в дальнейшем, то есть вот следующая черная свеча как раз-таки дает нам возможность, то есть чтобы цена шла непосредственно в направлении того общего сигнала, то есть все направление должно совпадать. Если мы работаем на высокой временной структуре в импульсе нисходящем, соответственно, мы переходим также на рабочую временную структуру, задействуем сигналы, которые говорят нам о начале движения вниз. Соответственно, ну вот в данном случае, если мы рассматриваем пробой на сигнал, то вот здесь в данном случае у нас тоже свечи должны быть черные. То есть мы должны идти вниз, и здесь открывается сделка, то есть по вот этим сигналам, в направлении общего сигнала, в направлении общей динамики. Сложности как таковой нет, единственное, нужно научиться вам ждать с момента закрытия. То есть вот те, кто как бы не совсем точно может оценить момент входа, обращу ваше внимание, что пристальное внимание, да, на то, что мы в любом случае ждем момента закрытия свечи, момента ее формирования. То есть нам нужно подтверждение ценой закрытия. В случае, если у нас строится белая свеча, мы ее пропускаем, то есть она у нас не соответствует общему направлению. А та свеча, которая идет черная, с черным телом, да, она по факту закрылась черная, то есть вот на данном участке мы будем заходить. Да, в текущем моменте мы где-то участок еще частично через коррекцию пройдем, но мы не попадем в глубокую коррекцию. Почему? Потому что мы идем в импульсе. То есть да, с небольшим отклонением мы пройдем, но это будет лучший вход чистый, чем мы будем заходить где-то вот, ну, через вот такую коррекцию. То есть сидеть достаточно долго в такой коррекции. Ну, бывают, конечно, ситуации разные, но вот чем чище вы входите, тем просто, ну, меньше времени вы тратите на то, чтобы сидеть в минусе, и быстрее выходите именно в положительную зону, дальше уже просто сопровождаете сделку. Сделку мы ведем не по 5-минутке, то есть по параболику мы сделки здесь на 5-минутке не ведем, мы переходим на часовку. И на часовом графике, вот здесь у нас, если формируется момент на обновление минимума, да, соответственно, уже по параболику мы отслеживаем там, вблизи, там, ну, относительно той границы, здесь, либо здесь, в направлении которой мы уже ведем работу. Да? То есть в любом случае у нас точки параболика задействованы именно с рабочей временной структуры. Вот таким образом. Так, что у нас здесь еще? Надеюсь, на вопрос ваш ответила. Так, здесь еще у нас, давайте пойдем по непосредственно графику, да, у нас на текущий момент, за вчера мы неплохо просели, обновили минимум, вот, в текущем моменте мы находимся в коррекции, да, по евро-доллару, вот, поэтому на данный момент ситуация следующая, у нас все-таки такой нисходящий боковик имеет место быть, поэтому вот здесь в данном случае риски повышены, об этом не забываем. Вот, и оценки хода цены у нас, в принципе, те же остаются, то есть в район 1.1420 целевой уровень, который мы рассматриваем для данного движения. Единственное, просто как мы пойдем к этому уровню. На 3 пункта мы буквально, там 2-3 пункта не дошли до уровня 15.50. Ближайший уровень круглый, 15.00, к нему будем основные свои ориентиры держать. Но, тем не менее, конечно, целевой для данного движения – это 1.1420. То есть в отношении 1.1420 в дальнейшем все-таки рассматриваем основное движение сюда. Так, далее. Полностью движение все-таки возьму, потому что так мы уже уходим в коррекцию. Так, относительно данной трендовой линии. Давайте-ка вот так сейчас.
Так, это у меня целевые уровни были с предыдущего движения. В принципе, вот этот уровень обозначен, 14.20. И в данном случае вот так возьму. Типа расширяющей формации мы, опять же, ну, нервозность, опять же, своего рода на рынке у нас формируется. То есть вот таким образом. Поэтому возможная ситуация. Графическую границу, но чуть точнее. Так, давайте. Цены, чтобы видно было, и покрупнее сделаю, да? Так. То есть у нас, да, вот таким образом в текущем моменте относительно данных границ мы находимся. Вот нужно будет посмотреть, как мы будем проходить вот данный участок. В текущем моменте отбой либо пробой. В случае пробоя и пробоя трендовой линии тогда мы будем двигаться наверх вот сюда. То есть вот такого характера движения рассмотрим. В случае, если у нас вот здесь будет формироваться отбойный сигнал, то сюда будем рассматривать движение. А, вот таким образом. Поэтому на данный момент это 4-часовой график. Два часа нам нужно будет еще подождать на момент формирования данной свечи. То есть посмотрим, что сформируется здесь, и далее, как себя относительно данной границы будет вести цена. Да? Так, с высокой вероятностью здесь на открытие Европы может быть какой-то сигнал и будет, но на входа сигнала еще не будет здесь. Скорее всего, сигнал на вход появится уже где-то часам к 11, то есть на момент начала заседания, когда выходить новость будет по заседанию Европейского центрального банка, поэтому на эти моменты обращаем внимание. Так, за вчера мы говорили, что у нас на пробой утреннего диапазона мы идем, да, в случае, если пробивается верхняя граница, уйдем наверх, в случае, если будут обновляться минимумы, цена, скажем так, будет закрепляться ниже данного диапазона, выходить за данный диапазон, вести работу в отношении уровня 1.1573. К данному уровню мы подошли, все, кто проторговывал данный участок, поздравляю с полученным профитом, но цена ушла к нижней границе полосы Боллинджера, то есть мы ушли гораздо ниже. Поэтому здесь, опять же, сопровождением сделки мы ведем, говорим, да, то есть в случае, если цена у нас идет ниже того уровня, который установлен для нас профитом, есть куда двигаться, в данном случае просто сопровождением сделки отрабатываем данную тактику. Вот здесь уже было понятно, что цена начинает формировать отбой, поэтому за вчера я проторговала еще вот эту коррекцию, этот участок тоже был проторгован, единственное, я проторговала его до уровня 15.80. Вот, цена в текущем моменте достигла уровня 1.1620. Да? Вблизи уровня 1.1620 мы находимся, поэтому нужно будет опять же относительно данного уровня рассмотреть поведение цены. Да? Давайте вот так. Утренний диапазон берем во внимание, относительно данного утреннего диапазона тоже смотрим, как себя цена поведет. Так, в случае, если будут обновляться минимумы сделки на продажу, рассматриваем. Сделки остаточно на продажу еще остаются в приоритете, все-таки для данного движения давление вниз сохраняется, поэтому, ну, вниз сделки актуальнее, чем наверх, но тем не менее, наверх предпосылки тоже есть, то есть вот ситуация такая неоднозначная, поэтому в случае, если будем выходить выше значения 1.1606, обновлять максимумы, соответственно, но в данном случае предыдущий уровень в район 1.1720 мы можем еще вернуться, возможно, даже за сегодня, вот, возможно, даже за, в принципе, у меня есть, давайте вот так. Возможно, даже, ну, сегодня-завтра, да, то есть завтра с высокой вероятностью уже, если текущая скорость сохранится. Вот, и если текущая скорость не сохранится, то в отношении середины и средней, опять же, рассматриваем ближайший уровень, относительно уровня 1.1620, как цена будет проходить данный участок. Вот здесь посмотрите на поведение цены, вот, и в дальнейшем, опять же, ну, здесь вот,
исходя из расширяющейся формации, которая строится в текущем моменте на рынке, то есть понятно, что любой из, из участков может стать разворотным. Поэтому в любом случае, если торгуем, то суммы минимальные на данных участках. При обновлении минимумов, опять же, в район 15.51 цель, 15.20 цель вторая будет. Она сегодня по данной валюте. Так, далее. Британский фунт стерлингов. Мы с вами говорили, что у нас, опять же, мы находимся, вот, ну, я это называю боковым движением, да, но опять же, вот, с нарастанием нервозности, да, данное движение присутствует у нас. А в случае на пробой утреннего диапазона, также мы с вами рассматривали вчера движение, то есть вот у нас сформировался утренний диапазон, и мы говорили, в случае, если будем пробивать верхнюю границу, пойдем наверх. Верхняя граница не разыгралась, данный сценарий. В случае, если будет пробивать нижнюю границу, то пойдем вниз, но в данном случае я вам говорила, что нужно будет рассмотреть участки между зон линий внутренних границ полос Боллинджера, да, то есть вот как раз к нижней внутренней границе полосы Боллинджера мы подошли в район 1.3126. Вот. В случае, если цена будет выходить за данную полосу, за данную границу, тогда к нижней границе уже основных предыдущих ближайших максимумов, минимумов мы рассматривали целевые уровни для данного инструмента. Но вот в текущем моменте мы находимся именно, опять же, внутри границ полос Боллинджера, да, вот так обозначу трендовую линию. Через коррекцию идем, типа восходящего треугольника можно данную модель назвать. Утренний диапазон для нас в текущем моменте опять актуален, мы в него вернулись, опять он для нас рабочий. То есть на данном участке давайте вот так рассматриваем движение при обновлении минимумов вот сюда. Далее относительно трендовой линии, как себя поведем. То есть опять же возможно, что внутри данных границ где-то мы продолжим коррекцию. То есть вот так я их смещу. Верхняя и нижняя граница полосы Боллинджера. При обновлении максимумов верхняя внутренняя граница полосы Боллинджера. Давайте так, уровень круглый возьму, 1.3220 относительно данного ценового уровня наверх. Далее, как будем проходить его? Если пробиваем, проходим выше, то конечная целевая точка 1.3320, то есть вот, данные границы держим во внимании. Поэтому, опять же, вот, ну, по фунту стерлингов ориентиры у нас такие. Так, швейцарский франк, все то же самое, тот же боковик и та же неопределенность на рынке, да, имеет место быть. Верхнюю и нижнюю границу полос Боллинджера мы рассматривали как ориентиры, но говорили, что у нас узкий ценовой диапазон, да, и с высокой вероятностью, опять же. Так, утренний диапазон. Рекомендовалось вести работу на пробой утреннего диапазона вниз, то есть предпосылки были чистые для продажи. В случае, если вот здесь бы закрывались, чисто проторговать вниз, можно было бы, но в данном направлении сценарий не разыгрался, пошли наверх. Здесь я говорила, что любой из уровней может стать разворотным, поэтому я даже вам целевые уровни не давала по этому инструменту. То есть у нас вот идет такое затухание фактически данного движения, да, и поэтому вот нисходящий треугольник строится. В текущем моменте давайте вот так. Вот такой утренний диапазон у нас внутри данной фигуры, поэтому в принципе смысла нет даже здесь что-то проторговывать. Рассмотрим вот так движение, давайте все-таки вот этот уровень оставлю в работе, во внимании. То есть как мы будем выходить за данные границы? При обновлении максимумов, здесь в данном случае посмотрите на трендовую линию, если будем ее пробивать, то верхняя граница, уровень 1.2035 опять же остается для нас рабочий. В случае, если движемся вниз, тогда все-таки мы должны уйти ниже уровня 0.9971 для того, чтобы сказать, что да, мы начали движение вниз, закрепиться ниже данного уровня. Ближайшая цель 99.51, но вот участок пока боковой неоднозначный. Риски повышены, суммы минимальные для работы на данном участке. Так, по иене. Иена тоже боковое движение. Говорили, что идем наверх в случае, ну вот здесь при пробое трендовой линии идем наверх. Вот цели я вам давала в район 14.31. Данный сценарий разыгрался, и в принципе мы за вчера опять же вернулись в тот утренний диапазон, который у нас опять же сформировался. Да, за вчера единственное, границы его чуть вот так расширились. Данный сценарий мы отработали, нижний сценарий мы не отработали. Так, на данный момент опять же
Вот этот утренний диапазон мы рассматриваем, принимаем во внимание. Внутри здесь, ну, кому интересно, 32 пункта, верхняя и нижняя граница, можно рассмотреть сигналы на отбой от данных участков. Если интересно, ну, можете проторговать, но суммы минимальные, опять же, потому что с высокими рисками идем. Сделки вниз рассматриваем при обновлении минимумов ниже уровня 113.63, а сделки наверх рассматриваем при обновлении максимума выше уровня 114.01. То есть рассматриваем ближайший уровень, опять же, 114.31, далее верхняя и нижняя границы полос Боллинджера как ориентиры, поэтому вот ближайшие ориентиры пока такие. По иене также. По золоту. Так, фактически там в треугольник мы заходили, говорили, что вот у нас симметричный треугольник строится. В данном случае нисходящий треугольник, вот коррекция в виде нисходящего треугольника, я вам ее обозначала, говорили, что если цена будет пробивать, обновлять максимум, уйдем тогда на разрешение модели наверх. Данный сценарий не разыгрался, у нас отбойный сигнал сформировался. На пробой утреннего диапазона возможность для открытия сделки была, сделка открывается, а рассматривались сигналы вниз. То есть вот в данном случае мы говорили, что пойдем вниз, но опять же возможно, что через коррекцию можем уйти вниз. Поэтому в текущем моменте у нас замедление вблизи срединного вот этого диапазона. Давайте вот так, утренний диапазон у нас переносится вот сюда. Относительно данных границ, если обновляем максимум и смотрим, то опять же к трендовой линии, здесь смотрим отбойный сигнал. По-хорошему вот этот участок, ну в принципе на усмотрение на ваше, то есть если хотите, суммы минимальны, потому что риски повышены, незначительно тут что-то можно взять, ну не особо много возьмем. Рассматриваем все-таки сделки на отбой от верхней границы вниз в данном случае. В случае, если пробиваем минимум, обновляем минимум, тот же сценарий у нас в район. Ну, вот здесь цель чуть поближе будет, в район 67 все-таки, более точнее, 1267, к данной ценовой границе рассматриваем движение вниз, то есть внутри фигуры мы продолжаем двигаться. В случае, если обновляем максимум, еще пока целевые уровни, если пробивается вот эта трендовая линия, целевые уровни для нас остаются рабочими. Наверх в район 13.00. Вот таким образом. Так, по канадцу рассматривали движение остаточно через коррекцию вниз, но в данном случае у нас была пробита трендовая линия. Чуть сценарий у нас разыгрался по-другому. У нас сейчас в текущем моменте идет ускорение. Так. По канадскому доллару вот это убираем. Так, и говорили мы по канадскому доллару, что у нас тут несколько вариантов было. В случае, если цена обновляет минимум и закрепляется ниже, пойдем вниз, данный сценарий не разыгрался. В случае, если корректируемся, корректировались мы, говорили, в район. Но вот здесь в данном случае максимальное значение давало по канадцу наверх 1.2749, вот это целевой уровень, к данному целевому уровню мы подходили, то есть была возможность проторговать. Относительно трендовой линии также рассматриваем поведение цены при формировании отбойных сигналов. Вот здесь отбойного сигнала не было. Попытка была коррекции, но перекрытие белой свечой, то есть мы уходим наверх, поэтому была возможность на вход в рынок чистая в данном случае, можно было войти в рынок на обновление максимумов. К серединной средней цена подошла, протестировала ее, круглый уровень, опять же, во внимание обращу, 1.2820 был отработан, поэтому данный сценарий тоже рассматривались, в случае, если отбой будет, рассматривали сделки вниз, но вниз не пошли, уходим в глубокую коррекцию, да, в данном случае в глубокой коррекции у нас, соответственно, ситуация следующая, давайте вот так, утренний диапазон держим здесь. Так, вот этот участок. Оп. Вот этот максимум пока брать не буду. На пробой утреннего диапазона рассматриваем движение в текущем моменте. Так. Есть куда еще корректироваться, поэтому относительно трендовой линии посмотрите, как будет вести себя цена. То есть можем сходить еще в район 1.2749. Через коррекцию подойти к трендовой линии. В дальнейшем смотрим на поведение цены, отбойный либо пробойный сигнал у нас формируется.
А вот здесь пока трендовую линию провести не могу, то есть все-таки на обновление максимумов тогда. При обновлении максимумов, при выходе выше значения 1.2778, предыдущие максимумы держим во внимание, то есть целевой уровень 1.2819 относительно него. Так, и в дальнейшем, ну, сопровождаем профитом, да, в дальнейшем следующий целевой уровень это 1.2843. В данном направлении рассматриваем ход движения цены. Так, это работает, да, все нормально. По австралийцу мы говорили, что в случае, если у нас обновляться будет верхняя граница утреннего диапазона, рассмотрим остаточное движение наверх к данному уровню, к уровню 0.7729. Так, данный сценарий у нас за вчера не разыгрался, у нас продолжилось движение вниз, и говорили, что в случае, если пробивается нижняя граница, то есть у нас вот типа высокой волны вот эта свеча формировалась, но это не высокая волна, а просто большие тени, но тело здесь присутствует. Почти высокая волна, вот так ее назову. То есть переломный сигнал, да, имеет место быть, свеча закрылась по факту с неопределенностью, с переломом. Соответственно, следующая свеча подтвердила нам начало движения вниз, закрылась ниже утреннего диапазона, то есть была возможность для открытия сделки вниз. И то движение вниз, которое мы рассчитывали, мы его отработали, проторговали, да. Частично сейчас находимся в коррекции, в текущем моменте утренний диапазон у нас переместился вот сюда. Вот сюда. Давайте тела свечей возьму. Так, относительно данного ценового диапазона утреннего рассматриваем движение. Можно, в принципе, убрать даже. Не актуально. Так, ну вот здесь достаточно такой неоднозначный участок. Почему? Потому что мы можем, в принципе, опуститься в район 0.7629 в текущем моменте, протестировать вот этот уровень, предыдущий минимум, да, 0.7624, извиняюсь, 0.7624. В данный район можем опуститься, и вот здесь уже по-хорошему относительно данного уровня нужно будет посмотреть на поведение цены. Если мы будем выходить за него, обновлять минимумы, тогда, да, будет интересно рассмотреть сделки на продажу. Далее рассматриваем сделки на продажу. Давайте возьму вот так ближайший уровень. Отсюда, в принципе, возьму, оно несущественно, да? Так, в район 0.7531, то есть вот по-хорошему лучше было бы проторговать вот это движение вниз. Ну, будем смотреть, как поведет себя цена относительно вот данного уровня, уровня 76.24. В случае формирования отбойных сигналов от данного уровня, тогда открываем сделки наверх. Но сделки наверх открываем только чисто в отношении трендовой линии, в отношении вот данной границы. Далее уже смотрим опять же на поведение цены, как будет цена проходить данную границу. В случае, если мы ее пробиваем, уходим наверх, тогда предыдущий максимум 77.00, давайте круглый уровень возьму, 77.00, 0.7720 будем по австралийцу держать во внимании на сегодня. То есть вот ориентиры такие, поэтому здесь риски высокие вот на этом участке. По-хорошему можно будет либо с доливкой потом, либо на переворот вот здесь открыться. Так, евро-рубль. Продолжаем держать покупки. Говорим, что все откаты, которые вниз у нас существуют, мы их игнорируем. Да, покупки все так же целевые уровни к декабрю 71.65. Евро-рубль у нас на максимумах мы находимся. В текущем моменте, опять же, вблизи данного уровня возможно вот такое движение, опять же. Откатная. Данный участок игнорируем, то есть пережидаем все откаты вниз, рассматриваем возможности для открытия сделок на покупку. Доллар-рубль. Обновили максимум, рассматриваем также в приоритете сделки на покупку, держим все возможные откаты, используем как возможности для
до покупки, да, то есть в случае, если опять же идет в текущем моменте откатное движение, рассматриваем участки с района 58-42 для до покупок, то есть, ну, относительно данного участка, как будет вести себя цена, то есть. Ориентиры такие. Новозеландец. Говорили по новозеландцу, что у нас, опять же, так, это часовой график, да, у нас на четырехчасовом графике вот такая картина строилась, да, формировался отбойный сигнал, говорили, что нужно будет дождаться вот текущей свечи, момента закрытия, да, момента поглощения, то есть у нас, чтобы все-таки подтверждение движения вниз сформировалось. Так, ну вот здесь в данном случае порядка больше половины тела свечи, да, предыдущей мы закрываем, то есть фактически можно было без подтверждения войти в рынок. В текущем моменте частично мы прошли данный участок, но вот через коррекцию, то есть через зигзаг, да, остаточно можем дойти до нижней границы. Поэтому при обновлении минимумов на данном участке рассматриваем сделки на продажу остаточно в район. Так, 68.75 я вам давала целевой уровень. Да, 68.75 продолжает для нас данный целевой уровень оставаться в работе. Вот, на данный момент, вот мы как раз вблизи трендовой линии, вот сейчас текущую свечу можно будет рассмотреть, посмотреть. Если мы закрываемся ниже данной границы, если точки параболика перестраиваются наверх, соответственно, можно проторговать участок в район 0.68.75, ну и даже ниже уйти с сопровождением, то есть здесь уже остаточно, как цена по максимуму даст. То есть направление трендовой линии можно данный участок проторговать. А в случае, если движемся наверх, то есть вот все-таки вот этот утренний диапазон для вас также обозначу, чтобы понимали. А за выход верхнюю границу рассматриваем верхнюю границу полосы Боллинджера. Предыдущий максимум это у нас 69.57. Так, вот такие ориентиры по нефти. Утренний диапазон мы говорили, в случае обновления максимумов идем наверх. А в район, какой у нас там был... целевой уровень 69.56, это основной среднесрочный, 65.00 внутри дня рекомендовалось рассматривать в случае, если будем обновлять максимум наверх. Данный сценарий у нас не разыгрался, при движении вниз, говорили, на обновление минимумов рассматриваем сделки вниз, ближайший уровень 62.90, держим во внимание, в текущем моменте данный уровень для нас рабочий, продолжаем держать открытые продажи относительно данной трендовой линии, на сегодня 62.90 ждем. Вот, в случае пробоя, если будем пробивать верхнюю линию, то 64.21, корректирующий уровень на сегодня верхний наверх. Друзья, вот таким образом, надеюсь, информация для вас в текущем моменте была полезна. Пару минут еще нахожусь в чате, если есть вопросы, задавайте. Если вопросов нет, то на этом буду заканчивать. И всем удачного дня и хороших профитов. Все, до завтра, до завтрашнего дня.